Сегодня у нас 9 июля. Вот там Алексей Устинов сегодня пасет коров. Вот они. Вот Игнатий Иванович зашел в воду, решил. Мы сегодня собирали жуков колорадских после обеда, и вот сейчас вот до 6:30 вечера. Вот, решили искупаться немного сегодня. Вот стоят, стою где. А тут берег почти был. Очень сильно вода прибавилась. О, коровы пить хотят. Быстрее к воде бегут. Так, что тут? Эта площадка поднимает ее. Ну как, удобно сделано? Это Алеша, наверное. Да, Алексей. К нему я и подойду. Просил сюда не подгонять. Все равно сюда загоняют. Весь берег обрушили. Да, ветра почти нету, так небольшой ветер. Вон ласточки уселись, сидят, отдыхают. Около берега, ну сколько тут? Метров 7, не больше. То есть этого достаточно, чтобы нахлебаться. Вот в этом пруду я-то, нет, не в этом, в том тонул. А в этом, кажется, нога у меня запуталась в тине. Я не мог вырваться. Ну, вода чистая, удивительно. Вот я что хотел, чтобы слазили сюда и погружали. Батюшка их не пустил, а вот на этой держал. Вон мальки. Тут ничего, тут тоже нагрыз, ну, попуп. А сделали специально. Вот батюшка стоит здесь. И все заходят, один шаг. Вот он. Нет послушания. И всегда вот так делаешь, старались. У нас все обдумано было. Ну ладно. Я к Алёше пойду. Скажу ему. Я многократно уже ходил по деревне, говорил, здесь не поить. Они заходят, оправляются, берег обрушивают. Все. Давай, купайся, я подожду тебя. Это огородчик рядом, бывший лагерь, превращенный в музей, комплекс для бедных лагерей. Храм, здесь все рядом, там мордушки стоят. Деревья засохли из-за того, что вода поднялась, видишь, совсем. И то он дерево уже засыхает посередке. Угу. Все.